Видос начал писать. Окей. Тоже потом обрежут, ты чё? Очень долгие видосы будут. А, обрезать можно. Кура, он на перекрёсток едет. Он на меня, походу, меня увидел. Там, по-моему, двое сидит. На меня четко едет. Один. Мимо едет. Остановился. Нет, он врезался. Нет, там в кабине сидят. Все, меня сейчас будут обрабатывать. Поводили, бегом! Стреляю! Вышел один! Один вышел на меня! Готов! На Урале добиваем! На Урале добиваем! Ультимейт! Все, готов. Еще один побежал! Еще двое бежит в сторону верха! Ухожу! Впереди нас! На этих. Бежит один. К Уралу, к кабине бежит один. Сейчас. Сел. Сваливай. Не догоню. Где он? Это он убегает? Нет, это он убегает? Это он едет, блядь! Он остановился. Он врезался. Чё, умер? Нет. Водилу валите, блядь! Да он сухой. Какого хуя он тпхается, блядь? Да это когда трогаешься, это у всех же так. О, он опять врел, он без сознанки, походу. Юра, стреляй по задней части, Юра, стреляй! Да не попаду я там, мне деревья мешают, сейчас убьем. Куда он денется? Становись. Он на тебя едет, вали его! Nice. Вон ДТС к тебе. Блять, моё. АК-101, забирай. Мощненько фуловое. Блять, они мне патронов принесли, бля, я их люблю. АК-12, Юра, у него за возьми. Я возьму АК-12. Возьму. Одна обойма, да? Сука, ну ладно. Да. Спрятал чего? Кит, забирай шмотки, я куртку зацеплю. Подожди, блядь, я не знаю, куда мне еще одну обойму девать, пиздец, блядь. Слышишь, Зака, подбеги к этому куралу, заберешь портфели, там две коробки на этот. На КМ. КМ, да. У меня куча сейчас, я собрал, у меня барабаны есть тут еще. Потом раздам всем. О, прицел, прикинь! Нифига на АК-12! Сумасшедший! Быстрее, сейчас набегут чайки, которые слышали. Я спрятал. Кого спрятал? Сколько их было? У него крем. Протодвески себе забрал. Я ничего не забирал. Одевайся, ТТСки у него. А МКМ сбросил, посмотри. Где тот, первого, которого я убил? Он выпал, блядь, когда на тебя бежал, блядь, я не знаю. Он выпрыгнул. А, ну все, вы его не лутали. Да вы, ребята, скиньте с них лут, пусть придут, заберут. Ты охуел, блядь. Да пусть заберут, что ты жопишь. У них что тут осталось-то? Мы все забрали самое. Ты что, спрятал его, что ли? Малой, говнюк. Да, я все забрал, все.
Блин. Ой, ну блин, ну если никто не лутал с Юрой, не ныкай трупы по-братски. Нашли вот здесь еще Валеру я где-то убил. Вон он лежит. Это, вот АКМ, тут пара патронов есть. Да нет, патронов. Не надо, скинь такой заберут. Ау. Барабан дам. Хочешь? Мне? Да. А куда я его заряжу, блядь? На 74 или на 12? На барабан. Да не хочу я АКМ, вон у меня 74 сейчас будет. Ну, в смысле, есть, а вот мне патронов Валера принес дофига. Ох, нихуя! Он вообще от души меня порадовал, прям, если честно. Да, тут россыпь патронов дохуя на калаш и барабан на этот есть даже, на ППШ, короче, 71 патрон, блядь. Да, ты хочешь, блядь, пиздец. Кто в ящике? О, морфий возьму. У меня, блядь, столько патронов, то что я аж охуеваю, блядь, бегаю. Одна столько вот, по сути. Так, малой, крой нас, хотя бы ты. А то тут все что-то легли. Сейчас. Что все, не все, блядь. Ну ты только что встал. Все, у меня, я не знаю мне даже что брать, если честно. О, это ты я что? Я полный, у меня нечего брать полностью, даже я одному сейчас патроны беру. Забирай, конечно, что спрашиваешь. Вот это раз катали, вы все это записали, да? Я записал. Да. С разных ракурсов потом этот можно смонтировать. И, кстати, барабан возьмите кто-нибудь. Я возьму. Ребят, скиньте с них лут. Красная почему-то. Батя не охуели, небось, да, Юрик? Наверное. А не понял, короче, они думали, ты один бежишь и сразу тебе решили рашить. И потом наши АКМы, как давай хуярить, блядь. Я Юрику помог, по-моему, я его бессознанку тоже отправил, который Юриком стрелялся. А мы все стреляли. Мы все этого первого стреляли, короче. А потом, когда они начали вылазить, я уже бежал. Все, короче, забрали все мои лавры, да? И, блядь. И потом уже они начали вылазить, мы с малым были как раз перед ними, там метров 50, да, малой там первый вылез к нам. Да. То он там ныкался, я его все равно загасил, потом начали с малым там отстреливаться. Блин. Как видно, похуярили, блин. На милитарку бежим. Ну я даже не знаю, есть ли смысл туда бежать. Я сейчас, короче, сейчас я замучу. Я в кабанина, короче, этот побежал, мне нужно чинилку найти хотя бы ТТС-ки. Я выбор пошел. Давайте. У меня есть чинилка.